Всем огромный привет! Сегодня готовлю драники дрожжевые. Для меня это совершенно новый вкус и рецепт. Готовила так впервые, очень понравилось. Драники получаются хрустящими снаружи и при этом пористыми и мягкими внутри. Итак, приступаем. Сырой картофель очистим, вес очищенного картофеля 500 грамм. Натрем на мелкой терке. Я воспользовалась кухонным комбайном, чтобы было быстрее. Кладем в миску. Добавляем половину чайной ложки соли и перемешиваем. Разбиваем одно яйцо. Вливаем 50 мл теплой воды. Добавляем одну пачку сухих дрожжей. Перемешиваем. Теперь добавляем 80 грамм просеянной муки. Перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Закрываем полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место для подъема на 1 час или полтора. Прошло полтора часа, тесто вот так увеличилось в объеме. Перемешиваем его и приступаем к жарке. Берем сковороду, наливаем растительное масло. Ложкой кладем тесто и жарим до золотистого цвета на среднем огне до готовности. Можно жарить на сухой сковороде. Жарятся они быстрее, чем обычные драники. Снимаем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Я подавала со сметаной. Получаются пористые внутри и хрустящие снаружи. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!